Можна короткий запитання? Так, короткий спочатку. У меня не вопрос, мне на самом деле очень, мне кажется, это очень крутой проект. Это реально то, что называется практики себя, и это то, что необходимо сегодняшнему активисту, который заключен постоянно в эти рамки, о которых говорит, простите, Перин. И который должен от этих рамок освобождаться и понимать, что активизм — это не только там какая-то политическая деятельность, и что, что активизм — это также творчество, и политика — это также творчество, и это неразрывно связанные вещи, и поэтому, когда этот проект называется художественным, это точно художественный проект, и когда этот проект называется творческим, это 100% творческий проект. Это когда говорится о новой форме, это реально новая форма коллективного именно взаимодействия, выход за рамки там личностного какого-то сидения за компьютером или личностного написания листовки, там, каких-то вот таких нормированных практик, да, типа, это ненормальная, но необходимая, типа, практика для сегодняшнего активиста. Спасибо.